Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня приехали в магазин тайской косметики, который находится на улице Пепразит. Ссылку на него я скину вам. Все будет понятно и ясно. Пойдем посмотрим. Хотим начать с тайских шампунев, кондиционеров для роста волос. Также есть спрей для роста волос. Шампунь, кондиционер. Стоят они? Ну, по 50 бат. Ну что, вам не жалко, что ли? И спрей чуть-чуть подороже. Против выпадения волос 100 бат. Если 6 берешь, ну, естественно, дешевле будет. Ну вот, пожалуйста, люди берут, пользуются. Скажите, как вам этот бальзам? Очень хороший. Вот, посмотрите, какие волосы, какая шевелюра. Работает. Ну, на мои волосы тоже посмотрите. Парикмахеры не успевают стричь меня, потому что я на таких бальзамах тайских сижу уже полгода. Денег сколько им отдал. Нет, сумку не снимай. Также можете для своих любимых и родных, друзей, родственников, для всей семьи взять такой набор Том-Яма. Стоит он недорого. Я не думаю, что прям уж очень. Ну, как бы настоящий Том-Ям мало кто ел, да, у нас в России. В кафешках, но все равно не то. А если кто-то хочет сам приготовить, вот он, сухпайок. Сушеный набор, острый Том-Ям. Сделано в Таиланде. То есть оригинальный вкус. Кокосовое молоко добавите, креветок, там, каких-нибудь курицы. Даже инструкция на русском, ну уж совсем для ленивых. И специи, и все, собственно, все травы. Также здесь, помимо косметики, можете заказать БАДы и витамины. К примеру, спирулина. Тоже сами употребляем, то есть советуем то, чем сами пользуемся. Это для обмена веществ, для вашего желудка, кишечника, для иммунитета. Спирулина, водоросли такие стоят 250 бат. Если вам нужно, можете заказать, мы вам доставим и привезем. Спирулина, хоть артишок, хоть чеснок в капсулах и таблетках. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите вам. Все вопросы вам, все расскажем, что знаем, поделимся, покажем и отправим, если надо. Также можете приобрести вот такой бальзам с женщиной, такой красивой, похожей на оперную певицу какую-то. Масть-то тайская, тайцы ей активно пользуются для суставов, для всего вообще. Виски мажут, нюхают, что с ней только не делают. Масть универсальная, стоит 60 бат, а если оптом, так и вообще по 45 отдают. Ну куда еще дешевле за такое чудо. Покупайте, пока не расхватали, мази для всего. В Таиланде бывает часто такое, что вы чего-то съели острого, не рассчитали где-то своих сил и возможностей, у вас случилась изжога или какая-то боль в желудке. Покупайте такое средство с зайцем крылатым каким-то. Все, правда, не на русском, на английском, но разобраться можно. Здесь даже инструкция есть. Белый кролик называется. При болях, в желудке, при изжоге. Все ясно и понятно. Поступают нам заказы вот на такие средства. Мы пока не знаем, что это. Но это для женского здоровья, как нам объяснили. Сок ягодный, сахар коричневый, куркума, мед и много еще всего интересного. Но если вы, к примеру, прилетели в Таиланд и в косметике не разбираетесь в тайской, но очень бы хотели что-то себе купить полезного, то можете обратиться к человеку, Тимур его зовут, он занимается снорклингом, рыбалкой, экскурсиями занимается. И если вы у него купите экскурсию по нашему промокоду, вы, во-первых, получите гиды по снорклингу, гиды по тук-тукам, и также он вам может провести экскурсии по тайской косметике. Да, добрый день. Конечно, я понимаю, что странно видеть дяденьку, да, который рассказывает вам про косметику. Но все-таки 6 лет я занимался тайской косметикой. У нас был интернет-магазин. Поэтому сейчас я расскажу несколько вещей, которые, возможно, вам докажут, что вы не зря обратились ко мне или приедете, когда в Паттайю, обратитесь ко мне. Давайте. Первое. Берем гель алоэ вера. Один вид. И второй вид. Казалось бы, два одинаковых алоэ вера, только есть небольшая разница. Вот этот гель тайцы знают и им пользуются, вот этот гель тайцы не знают и им не пользуются, специально сделан для, ну, для туристов, для Паттайи, для того, чтобы продавать в таких вот оптовых больших магазинах. Почему я обращаю на это внимание? Да, когда вы приезжаете, допустим, во Францию, вам хочется, чтобы французы знали, да, ту французскую косметику, которую вы там покупаете. Или приезжаете в Италию, да, и покупаете там пасту, хотелось бы, чтобы эту пасту знали и кушали сами итальянцы. Поэтому то же самое, тайскую косметику хотелось бы, чтобы ей пользовались тайцы. Это не значит, что это плохая косметика. Это просто этой не пользуется, этой пользуется. Вот эта масочка очень популярная. У нас продавалась тоннами, мы заказывали ее палетами. Значит, вот эту маску рекламировал блогер-миллионник в России. Но это было не в этой коробке. Она была немножко в другой коробочке.
и стоило в 5 раз дороже. Поэтому вот такие казусы еще бывают. Маджа на Кане наберете? Маджа на Кане в интернете. Вот 100... Запишите. Маджа на Кане. Третье. Вот такие небольшие таблеточки. Спрашивала, кстати, прямо сейчас женщина. Не знает, что это такое. Вот эти таблеточки для девушек, для женщин. Очень-очень. Таблеточки называются Маджа на Кане. Маджа на Кане. Запомните, прочитайте, будете знать. А для тех, кто купит экскурсию по промокоду у Евгения, да, у этого канала, здесь я провожу тренинг по тайской косметике. То есть мы закупаемся тайской косметикой, я помогаю вам выбрать тайскую косметику, но полное описание будет в ссылочке, которая будет внизу под этим видео. Там будет полное описание то, что здесь происходит. А мы продолжаем. Хочу показать вам пасту тайскую, тайского производства. Паста специфическая, очень полезная, везде продается, активно ей все пользуются и рекламируют. Если вам нужна такая паста, вы можете ее заказать у нас, или если находитесь в Таиланде, приходите и покупайте во всех магазинах тайская паста. Также можете здесь приобрести тайские щетки, очень они популярные, на Wildberries, может, их видели. Фирма классная, они бамбуковые, очень мягкие и бережно относятся к вашим зубам. Но если сильно не будете давить, а нормально чистить. Поэтому рекомендуем вам такие щетки. Тоже сами пользовались и вам советуем. Кокосовое масло тоже одна из самых популярных позиций в Таиланде. Если вы находитесь в Таиланде, ну вы наверняка с ней сталкивались. Она увлажняет кожу. Для загара тоже очень полезно. Средство просто универсальное. Да на нем даже жарить можно. Мы не пробовали, но слышали. Также здесь большой выбор сухих масок для лица. Их разбавляют с водой, с молоком. Они отбеливают кожу и устраняют акне в зависимости от состава. Поэтому читайте, покупайте маски и будьте сами красивыми и здоровой кожей. Смотрите, персональный небольшой алтарь. Тайцы мне чем нравятся, они религиозные. И в каждом магазине, в каждом заведении можно найти что-то подобное. Помимо косметики, зубных паст и масел, также можете здесь приобрести анчанг чай. Стеви можете приобрести, можете всякие вот нони, к примеру, разные объемы. Посмотрите, анчанг так вообще, в каких пакетах только его нет. Даже каркаде есть, жасминовый чай. Потом вот что-то, пакрон, возможно, или байл фрукты. Роза. Или по-нашему роза. Вот вашему вниманию предоставляю увлажняющие питательные маски для волос. Очень хорошие, нам рекомендовали. И вы попробуйте. Сзади человек. Также есть отличный бальзам. Его выпускает один госпиталь. Вот для ориентира вам такая картинка. Помогает при болях в суставах, в мышцах, для всего чего угодно. Бальзам для растираний. Иными словами. Также от этой фирмы можете купить мыло с мангостином, пахнет даже через коробку, или еще с такими зелеными бубками. Внимание, специальное средство для тех, кто страдает от гайморита. Видите, как выглядит страшно, и на самом деле нужно, ага, понюхать. Ух, какой ядреный аромат. Мне кажется, вот эти вот нюхалки, знаменитые тайские, которые мы вам покажем далее, заправляют именно вот этим вот маслом, потому что нос пробивается от одного запаха. А этим средством нужно именно закапываться. И тогда, говорят, нос будет дышать всю жизнь вашу от одной такой капли. Да, если вы в живых-то останетесь. Ну, на моем детстве самым действенным средством было каланхоя, которое, знаете, растение перемалывали и потом через шприц закапывали. Потом чихаешь минут 10, и все, и нос у тебя чист, чистый. А это средство, ну, мне кажется, прикурить даст точно фору каланхоя. От греха. И стоит, да, всего 80 бат. Ну, почему бы ребенку вашему не купить и, собственно, не помучить его в хорошем смысле этого слова. Вот, носу затрудненного дыхания. Пожалуйста, все написано даже. Снятие аллергии, хронических простуд, дискомфорта в носу, затрудненного дыхания. И что-то еще решить головокружение нужно. Масло тайского знахаря от гайморита. Чуть по-другому не прочитал. Йод из мангостина с добавлением его коры. Отличное заживляющее средство. Выглядит как бутылек из-под клея ПВА, но действует вообще отлично.
кто бы знал, что мангустин сам по себе сладкий такой, что его кожура содержит такие полезные свойства и помогает бороться с ранами и заживляет кожу поврежденную. Тайские нюхалки на основе масел. Вот, посмотрите. Их в основном я видел, как используют. На ладошке вот так растирают, потом мажут и вдыхают. И говорят, что помогает от головной боли. При укусах даже помогает, если помазать. Нас как раз недавно паук укусил. Поэтому, а мы и не знали, что вот это средство помогает. И спектр у него большой действия. Решите укус насекомых. Снимает боли в теле. И используйте массаж, чтобы расслабиться. Ну, массаж можно использовать и без нюхалки этой, чтобы расслабиться. Натуральный дезодорант, антиперспирант, кристалл и Шато Майот. Вот такой кристалл выглядит. Он для того, чтобы мазать подмышки и блокирует запахи. Самое главное, что он натуральный. И пахнет, кстати, тоже неплохо. И подмышки пахнут неплохо. И что-то там заживляет даже. Мы сами таким пользовались. Нам, в принципе, понравилось. Поэтому, если вы дома сидите, да, никуда не выходите, и вам нужно, так сказать, приятно пахнуть дома, то пожалуйста. А если марафон пробежать, ну уж извините, покупайте Old Spice. Очень популярная мазь тигровая, вот с тигром, или пластырь. Помогает отлично от боли. Мы и сами тоже пользовались и активно советуем. И люди, кто в России знает ее, у нас заказывают. Мазь очень хорошая, действенная и главное, что недорогая. Поэтому обратите внимание, не проходите мимо. Если вы по какой-либо причине не хотите руки вмазывать в эту мазь, потому что мазь пекучая, можете для себя приобрести пластырь и клеить его в проблемные места, там, где у вас застужено или где болит. И будет он вас согревать, этот пластырь, как теплые объятия. Также популярные тайские нюхалки. Два в одном написано. С одной стороны нюхалка сама, а со второй масло эфирное. Много тайцев ходят с такими, нос у них закладывают. Это у них как место звездочки или нафтизина, только натуральная. Это, друзья, паста от черных точек. Применяется в основном на носу, потому что там все точки черные сконцентрированы. И сразу в комплекте идут полоски, чтобы вы пасту нанесли, полоску приклеили, и потом она чуть-чуть подсыхает, и вы сдираете полоску вместе с вашими шлаками и черными точками, ненужными никому. Мы сами пользовались наподобие такого и очень хорошо кожу почистили, потому что кожа должна дышать, должна быть всегда молодой, свежей, вне зависимости от того, сколько вам лет, какого вы пола и цвета кожи. Вот смотрите, также отличное средство от грибка, запомните, как выглядит, и от псориаза. Стоит оно копейки. А помогает так, как нам рассказывали, что очень хорошее средство и очень действенное. И также хочется еще раз напомнить, что вы можете приобрести экскурсию у Тимура. Сказать ему, что вы с нашего канала перешли, и вы получите от него персональные бонусы. Так что спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.